Я приветствую, дамы и господа. Я очень рада была приехать сюда. Для меня это большая честь участвовать в этом кинофестивале, оказаться в составе жюри. С Домом русского зарубежья меня связывают не такие давние связи, но все-таки уже более 5 или 6 лет я приезжаю сюда, потому что в Швейцарии находится много архивов русской эмиграции, архивов, личных архивов, которые сохранились там. Поскольку Швейцария не воевала, то очень многие архивы сохранились в семьях. И эти архивы постепенно, медленно начинают собираться здесь, в Москве. И поэтому фестиваль, который проводится здесь, играет очень большую роль в этом деле собирания архивов. Это, с одной стороны, открытие судеб, самых, казалось бы, забытых, простых людей, которые вот через чьей жизни прошла история и прокатилось страшное колесо и революции, и гражданской войны, и эмиграции. А с другой стороны, эти фильмы, это же интересный как бы вызов для режиссеров, которые делают документальные фильмы, как представить судьбу человека, как найти вот какую-то изюминку в его истории и показать эту жизнь. Поэтому фестиваль этот имеет не только документальное значение, историческое, как собирание материалов, но и как художественное, с точки зрения развития русской, нашей кинематографической культуры. Это как показать интересно жизнь каждого человека, о котором снимается фильм или события. Почему эти фестивали играют большую роль в деле собирания архивов? Потому что мы у себя в Швейцарии, из Лозанны, это французская Швейцария, мы у себя показываем, уже несколько лет назад мы организовали 3-дневный мини-фестиваль из тех фильмов, которые входили в фестиваль, и вот это позволяет той русской эмиграции, которая еще колеблется, думает, отдавать архивы, не отдавать, что делать с архивами, принимать, в общем-то, наверное, единственное правильное решение – это присылать свои архивы сюда, Дом русского зарубежья, потому что именно здесь они будут сохранены, именно здесь они будут служить развитию русской культуры и восстановлению потерянных, забытых имен в русской истории. Поэтому этот фестиваль играет огромное историческое значение. И я очень благодарна, очень горжусь тем, что меня пригласили, тем, кто меня пригласил, очень горжусь, что я могу участвовать в этом фестивале. Спасибо большое.